Светлана Надежина этой осенью выходит из декретного отпуска. По образованию девушка экономист. Она работает в городской администрации и готовит документы для первого заместителя главы Самары. Во время отпуска по уходу за ребенком решила освоить юриспруденцию. У мамочек в декретном отпуске есть возможность получить переподготовку, либо повышение квалификации. Вот. Я подала заявку в центр занятости, и я очень ждала звонка. Программа появилась в Самаре с начала этого года благодаря национальному проекту «Демография». Курсы прошли уже более 200 мам дошкольников. До конца года освоить новую специальность смогут еще около 1000 женщин. Предусмотрено два направления – повышение квалификации для мам, которые выходят из декрета и хотят получить повышение по службе, и переобучение для безработных женщин, которые не состоят на учете в центре занятости и официально не трудоустроены. После окончания курсов такие женщины должны найти работу. Смотрятся вакансии, которые заявляются, смотрятся те работодатели, которые есть, с ними возможен предварительный проговор об этом, о том, что и тогда уже заключение договора. Есть такие женщины, кто обращается, говорит, меня готовы взять там-то и там-то. Здесь уже идет взаимодействие, центр занятости связывается с работодателем для того, чтобы этот договор заключить. Со стороны работодателя только гарантия того, что он готов взять эту женщину по завершении обучения. Курсы длятся 3 месяца, они включают в себя лекции, семинары и самостоятельную работу. Принять участие в программе переобучения можно до 2024 года. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения. Мария Левина, Николай Сидоров. События.